Ох уж это лето. Теплые деньки, море, песок, полуголые девушки в бикини. Ну когда тут об играх-то вспоминать? Именно так думают все крупные игроделы и прекрасно себе проводят время на солнышке, наметив все основные релизы на осень. Ну а нам-то что делать, если плотские утехи тебя уже не интересуют? От моря и толстых тёлочек с веревочками между складками кожи тебя уже подташнивает, а игровых релизов тебя лишают. Разные мысли начинают лезть в голову. Там, например, наконец ходить в зал позаниматься или девушку найти. Бррр, жуткие мысли. Но не все так плохо. Во-первых, крупные релизы это еще не край света. А во-вторых, эти самые крупные игроделы не прочь выпускать разные DLC-шечки как раз на летний период. А ведь есть еще и небольшие компании и бездонное море инди-разработчиков, для которых лето это пора конкуренции только среди себе подобных. Правда, это означает в основном борьбу хреновых DLC с убогими играми. Ну и среди этой реки жидкого кала можно найти несколько бриллиантов. Итак, начнем. Ну, во-первых, это Pokemon Go. Так, стоп. Кто этот бред писал? Кажется, пора увольнять своих сценаристов и пилить все самому. Давайте еще раз. Ну, во-первых, это Pokemon Go. Да, все верно. Именно игра про покемонов в дополненной реальности. Вот же ж прилипало. Я вот от сердца признаю, что это какая-то жесть. Такого от обычной игры я никак не ожидал и весьма настороженно отношусь к ее безумной массовости. Но если отбросить все лишнее, то это очень неплохая бродилка для мобильных телефонов. А учитывая, что нехрен все лето сидеть у компа, можно и по улицам побродить в поисках маньяков, разбойников, педофилов, бандитов, бомжей, ну и прочих покемонов. Главное быть осторожным. Но если улицы не для вас, то главная новинка этого лепта я бы назвал... я ничего не могу толком и назвать-то. Нет, реально, я бы хотел, но даже в голову ничего не лезет. И в Стиме что-то даже ничего такого интересного нет. Ладно, давайте поступим так. Игру номер 2 мы оставим пустой, а вы напишите в комментариях, какая игра для вас стала главной этим летом. Приветствуются, конечно, игры новые, вышедшие после 1 июня, но сильно ограничивать я вас не буду. И несмотря на все ваши старания, найти действительно достойный летний релиз мы так и не смогли. А потому вот третий совет на период летних игр. Free-to-play, MMO, RPG. Ох уж эти волшебные слова, за ними так много скрыто. Ну а что, лето это идеальный момент окунуться в этот ололо колодец убитого времени и доната. Тут или тратить денег на море, пиво, шашлыки, или как четкий пацан на финички для персонажа. А к концу лета постараться понять, что это не для вас и выйти, или окунуться в него навечно. Но не забывайте. От воды из этого колодца уже не отмыться. Free-to-play MMORPG единожды, free-to-play MMORPG навсегда. Если безграничный мир с миллионами живых игроков и великими сражениями не для вас, то я пошлю вас в мир багов, конфликтов и вызывающих их модов. С официальными и не очень модами жить в любой игре станет лучше, веселее и непредсказуемей. Но главное, это не требует много вложений, кроме вашего свободного времени. Сначала вы скачиваете сексуальные модельки персонажей, потому что драконов нельзя победить в полном доспехе, только бронелифчик, только хардкор. Потом вы понимаете, что это фигня, и из кубического мира пилите Counter-Strike, ведь обычного не хватает, или вообще парк юрского периода со своим блэкджеком и динозаврами. Но опомнившись, вы погружаетесь в реальность и превращаете выжженную пустыню в цветущий рай. Понимая, что пришло время погрузиться еще глубже. И вот вы уже сами делаете моды, ведь никто не понимает вас лучше вас самих. На этом уровне время движется в 400 раз быстрее, чем в обычном. И вынурнув из этого мира модов, вы поймете, что идея с free-to-play MMORPG была не такой уж и плохой. Но хватит. Если реально, то игр, в которые можно и нужно поиграть летом, предостаточно. Есть мелкие, крутые, реально крутые игры, типа Транзистора или Бастион. Если не играли, то попробуйте. Можно вспомнить былое и поиграть в последние и очень сильно модифицированные версии, например, Готики 1, 2 или Morrowind и Oblivion. А если не играли, так вперед на трекеры, не задумываясь.
Можно, конечно, покопаться в ежемесячных дополнениях к Fallout, но все мы и так понимаем, что они даже хуже большинства инди-игр, среди которых, кстати, есть недавно вышедший в релиз Starbound. Скоро выйдет No Man's Sky. Потом итоговая версия Ведьмака 3, может быть даже с какими-нибудь дополнениями. А там уже и спасительный сентябрь настанет с его морем новинок. Осталось чуть больше 3 недель.